На аллее памяти Нарьян-Мара прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти участников оленотранспортных батальонов Великой Отечественной войны. Решение о их мобилизации именно в этот день, в 1941 году, принял Госкомитет обороны СССР. Память погибших почтили минутой молчания и приветственными словами. Этот бубен бьет в память о бойцах, героях-оленеводах. 20 ноября 1941 года Госкомитет обороны СССР принял решение о мобилизации оленотранспортных батальонов. На фронт отправили сотни оленеводов, рыбаков, охотников из Малоземельской, Большеземельской и Канино-Тиманской тундр вместе со своими оленями и лайками. Первый в России памятник оленотранспортным батальонам был установлен 23 февраля 2012 года в Нарьян-Маре. Теперь здесь ежегодно 20 ноября проходит митинг в память о бойцах-оленеводах. Жители Ненецкого округа вдвойне гордятся своими героями, солдатами-оленеводами, сформировавшимся единственное и уникальное в мировой истории воинское подразделение. Разрешите от всех депутатов Ненецкого автономного округа еще раз вспомнить всех тех, кто ушел в годы Великой Отечественной войны с нашей территории, с нашей северной земли защищать Советский Союз. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим землякам. В годы войны из Ненецкого округа отправили 5 оленно-транспортных эшелонов, порядка 6 тысяч ездовых северных оленей под управлением порядка 600 каюров из коренных тундровиков. Это день утраты, слезы и горести и великого самопожертвования. Среди тех 600 каюров был и прадед третьеклассника из поселка Красное Сережи Литкова. Алексей Литков служил на Карельском фронте в составе разведывательного батальона. Литков Алексей Яковлевич вызвался проехать по открытой местности важного стратегического участка с тем, чтобы навлечь на себя огонь фашистского снайпера и найти его. План сработал. Воин-оленевод вернулся с войны живым. Про героического прадеда Сережи рассказал его дедушка. Мальчик написал исследовательскую работу. И теперь портрет героя украшает школьный музей. Мария Демидовна Филиппова пришла на митинг с портретом старшего брата Федора. Ему было всего 18, когда он пропал на фронте без вести. Удалось отыскать его захоронение только через 39 лет. Потом матери не стало. Я ей дала слово, что найду могилу брата и свожу ее туда. Матери не стало. В 1974 году, а брата мы нашли только в 1982 году. Нашел его, отыскал Шевелев Владислав Афанасьевич. Он отыскал, жил в Тельвиске, отыскал 125 человек. Венки и цветы к мемориалу бойцам оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны возложили офицеры воинской части 12403, родственники ветеранов-оленеводов, юнармейцы и участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».